На сцену комплекса «Восход» один за другим поднимаются молодые люди, кому не безразлична судьба родного города, то всегда приходит на помощь в трудную минуту. В честь 18-летия со дня образования Молодой гвардии «Единой России» ее активистов поблагодарили за добросовестный труд и участие в развитии молодежного движения в Химках. «Молодая гвардия, я люблю тебя, ты моя семья». Химкинские молодогвардейцы – это не только волонтеры, которые всегда спешат на помощь. Они занимаются творчеством, играют большую роль в развитии патриотического движения в округе. И, конечно же, набираются опыта, чтобы, будучи всесторонне развитыми людьми, вступить во взрослую жизнь. Во время организационной работы я приобретаю определенные навыки, такие, к примеру, как лидерство, также коммуникабельность. Мне это очень поможет моей будущей профессии. Я хочу стать юристом. В этот день ребята услышали много благодарственных слов за свою волонтерскую деятельность от химкинских депутатов, с которыми они работают бок о бок. Так Галина Болотова, будучи директором школы, отметила, что среди ее учащихся немало неравнодушных активистов. Это и мои учащиеся моей школы, это и мои помощники, это все неравнодушные люди, которых, мы надеемся, с каждым годом станет больше и больше. Депутат Артур Каримов отметил, что для многих молодогвардейцев их волонтерская деятельность – это первый шаг на пути к большому делу всей жизни. Много молодогвардейцев становится уже политиками, кто-то становится депутатами, но тем не менее не останавливает эту добрую традицию работать с людьми, работать с добрыми намерениями, со всем населением, которые просят помощи. И наши гировцы, они как поистине те люди, которые как ЧПДЛ спешат на помощь и всегда идут и всем помогают. Лидер движения общественной поддержки Егор Ченюк и руководитель депутатского объединения партии «Единая Россия» Александр Васильев отметили способность химкинских молодогвардейцев успевать всегда и везде. У нас есть и молодежный парламент при Совете депутатов городского округа Химки. Туда тоже ходят представители молодой гвардии, они пробуют себя как в качестве депутатов. Ну а что делают волонтеры молодой гвардии? Конечно же, помогают жителям городского округа Химки, принимают участие в мероприятиях, в любых, в открытых детских площадках, в праздничных мероприятиях, несут такую добро и позитив массы жителям городского округа Химки. Руководитель химкинских молодогвардейцев Елена Козловская поблагодарила своих подопечных. Говорит, что все свои идеи ребята выполняют с максимальной самоотдачей. Не было бы, наверное, вот такой большой организации без вас. Спасибо вам за то, что вы поддерживаете самые мои идеи и готовы идти со мной просто на край света. Оставайтесь всегда такими смелыми, идейными, ничего никогда не бойтесь. И знайте, что я всегда рядом. Всего в Московской области работают 57 отделений молодой гвардии. В Химках это 1200 активистов, которые проводят патриотические мероприятия, помогают ветеранам Великой Отечественной войны, приютом для бездомных животных, собирают гуманитарную помощь. Александр Сергеев, Вильфрид Дымковский, новости Химки ТВ.